Узорный хореографический ансамбль «Кужалек» Могилевского центра творчести «Дети и молоди Агат» вернулся переможцем из международного фестиваля у Таллине. Могилевчане взяли одразу 5 призовых мест, у тем лику и спецдиплом от жюри за захование культурных традиций. На международном фестивале «Непоседы запрашают сябру» у Таллине свое майстерство демонстрировали 35 коллективов. Это больше за 1000 удельников. Могилевчане оказались лепшими. Зараз «Кужалек» на порозе значной подеи. Справоздачный концерт на присвоение звания заслуженный. Репертуар подобраны. И тут танцоры ни в яким разе не отдыходят от своего имкнения распаусюдживать белорусскую культуру. Программа, якую подрихтовали выхованцы для министерского журы, на 80% складается с народных танцев. Я всегда говорю, что наши дети – это фанаты. Кто у нас остается, до конца идет, до старшей группы доходит – это большие любители хореографии, танцы и, больше того, народного танца. Это очень сейчас важно и ценно.